Подоконник – это еще одно очень важное сакральное место в доме. Он несет в себе большую силу. Такую силу он имеет, потому что круглосуточно освещается и подпитывается энергией ночью луны, днем солнца. Поэтому нужно правильно к нему относиться. Нельзя, чтобы подоконник был заложен разными вещами. Это приведет к застою энергетики в вашем доме. Также нельзя, чтобы на подоконнике стояли надбитые или старые вещи. Таким образом, ваше жилье будет притягиваться негативная энергия. Наоборот, нужно на подоконник ставить цветы, которые притягивают в дом счастье и деньги. А также ставить на него амулеты. Это еще больше усилит положительную энергетику, которую он излучает и притянет в ваш дом только удачу, благополучие и финансовую стабильность. Подоконник нужно протирать 3 раза в неделю. Он постоянно должен быть чистым. Если на нем будет лежать пыль, это перекроет положительные каналы поступления энергии, а пыль, лежащая на нем, начнет притягивать в дом негатив, что будет сопровождаться размолвками между членами семьи, неурядицами и разными мелкими неудачами. Чтобы протирать подоконник, нужно сделать такой раствор. Набрать стакан проточной воды, поместить в него лавровый лист, 1 зубчик чеснока в шелухе и капнуть капельку эфирного масла апельсина. Далее все это перемешать по часовой стрелке и поставить так, чтобы солнечные лучи попадали на стакан. Когда будете протирать подоконник, проговаривайте такие слова: «Тебя от негативной энергии очищаю, в дом свой только хорошую энергию приглашаю. Лавровый лист притянет деньги, а чеснок от зла дом защитит, а апельсиновое масло все это закрепит». Нарисуйте под подоконником с правой стороны животное, которое вы бы ассоциировали с защитником вашего дома, и попросите оберегать вас от негатива, а также от недоброжелательных людей, которые будут заходить в ваш дом. Слова просьбы подберите от души, они должны быть только вашими. С подоконником связано много народных примет, которые дошли до нас еще от наших предков, которые были мудрыми и наблюдательными людьми. В старину каждый человек знал приметы и обереги, связанные с домом, старался соблюдать их, чтобы притягивать в дом только положительные энергии и с их помощью удачу, деньги и так далее. Старался предотвратить попадание в дом негативной энергии, которая притягивала неудачи, неприятности. Чтобы этого не происходило, нужно следовать советам наших предков и прибегать обязательно к народной мудрости. Ваш дом – это ваша крепость, в которой можно спрятаться от окружающего негатива. Поэтому очень важно, чтобы родной дом был в полной мере заполнял свои охранные функции. Нужно правильно настроить все потоки энергии, которые поступают в него через разные места в вашем доме. Делать так, чтобы не нарушать эти потоки, сбивая их не в том направлении. Вот, например, нельзя сидеть на подоконнике, а многие из вас это делают и не знают, что таким действием притягивают в дом негатив. Также для усиления защитных свойств вашего жилья с помощью подоконника поставьте на один из них в вашем доме статуэтку кота, птицы или лягушки. С их помощью вы сможете притянуть в дом энергию денег. Поставив такой оберег на подоконник, обязательно скажите такие слова: «Оберег на подоконник ставлю, силу его подоконник увеличит, а злых людей мой дом ограничит. Если злой человек в мой дом зайдет, весь свой негатив с собой и унесет». Эти обереги будут следить за порядком. Если человек с плохими помыслами придет в ваш дом, они отобьют его негатив к нему обратно. После того, как у вас в доме побывают гости, обязательно протирайте такую статуэтку влажной тряпочкой, проговаривая такие слова: «Весь негатив, что на тебе был, смыло, спасибо, что дом мой защитила». Ну а чтобы усилить энергию подоконника, нужно в полнолуние провести следующий обряд. Вам понадобится стакан, в него нужно будет насыпать соль и поставить свечу. Потом налить проточную воду и поджечь эту свечу. В этом обряде задействованы все очень сильные энергетические элементы, такие как соль, вода и огонь. Вам нужно проводить этим стаканом слева направо по подоконнику и проговаривать следующие слова: «Все сильные элементы вместе собрала, по подоконнику своему ними провела, этим его силу очень увеличила. Мой дом сбережет от негатива и зла, и потоки разной положительной энергии притянет для меня».
Это действие нужно будет проделать по всем подоконникам в доме. Затем достаньте свечу и возле каждого подоконника размещайте ней в воде соль, проговорив следующие слова: «Как соль в воде мешаю, если был негатив, его весь сюда и вбираю. Воду солью вылейте и следом спустите проточную воду, чтобы смыть хорошо. А свечи дайте догореть и выбросите через окно, повернувшись спиной через правое плечо». Теперь ваш подоконник будет работать как оберег, притягивая в ваш дом только положительные энергии и не будет давать негативу в него просачиваться. А так как подоконник – это сакральное место, и у вас он еще и заряжен на позитив, с его помощью вы можете проводить разные обряды и на счастье, и на удачу, и на благополучие, и также на привлечение денег, которые будут быстро осуществляться. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях напишите слово «достаток», пусть Вселенная все приумножит в вашей жизни. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.